Всем привет! Сегодня 22 июля, и снова я в огороде, снова в своей тепличке. Помидорки потихоньку наливаются, спеют. Шепот, крупненькие помидорки. Две кисти. Тут на третьей кисти одна помидорка. Дальше не знаю, будет, что нет, сохнут. На второй кисти. На втором кусте тоже вот и красненькая, и одна спеет. Низкорослики тоже спеют. Сегодня соберу, наверное, опять помидорки. В прошлый раз, которые собирала дома, так поспели хорошо в чашке. Они, кстати, вкусные. Я думаю, вкуса своего не потеряли. Лимонные дольки начали спеть. Тоже мало, но в этом году крупненькие. Это у меня гибрид добрый. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот, видимо, он какой-то запоздалый. Кисти недавно только начал завязывать. Дальше. Ну, плоды, конечно, мелкие. В описании это грамм по 150, но тут, не знаю. Апельсин тоже мелковатый. Наливаются плодики. Здесь вот отцвели, но непонятно. Нет, есть помидорки. На том кустике тоже есть. Говорила, минусинские сажать не буду. Разочаровали они меня, что в том году было больше плодов. Ну вот, как вот не сажать такие красавцы? С ладошку размером. Пусть хоть мало, но крупненькие. Выше вот тоже завязывают плодики. Златоярчик спеет. Черри Наташа Останина спеют потихоньку. В том году они у меня были как черри, а в этом году как коктейльные крупненькие. Черная Шура. Черная бабушка Шура. Вот одну помидорку сняли, и вот еще три помидорки на кусте. Больше ничего нету. На этом кусте побольше. Тоже черная Шура. Блэк Черри. Вот. Розовый гигант. Вон такие большие. Вообще огромные. Тоже вот сколько тут плодиков-то? 3, 4. И все. И на этом кусте 4. Вот пятая маленькая завязывается. Вот и не знаешь, сажать, не сажать. Вроде хочется, вроде и нет. Розовые Шура начали спеть. Там сахарный бизон, две поспели помидорки. В этот раз Блэк Черри решила засолить вместе со Златояром. И что-то они у меня потрескались. У них кожица тонкая. Видимо, или надо, чтобы они менее доспевшие были. Но они вот такие были, таким цветом. Я-то думала, когда доспеют, поярче будут. Нет. Полопались. Пришлось их из банки выловить и съесть. Джекпот доспевает. Тоже хоть и гибрид, но непонятно вот. Будут тут помидорки? Нет. Вроде кисти отцвели. Ну, что-то там есть внутри. Может, и будет. Король гигантов тоже вот. Три плода огромных на кисти. И все на всем кусту. И там цветет. Макушку пока не буду убирать. Может, что-то и вырастет. Синявочки синеют потихоньку. Красавчики. Ажурчик начал спеть. Два куста. Джина ТСТ еще не хочет. Буденовка тоже вот меняет окраску. Ой, как это я мимо своего любимого конопуса прошла. Вот, посмотрите, какой. Здесь вот у меня два кустика. Так, этот у меня получается в 4 ствола, этот у меня в 3 ствола. Тоже вон сколько помидор. У него как-то вот, я смотрю, все равно более такое дружное созревание, что сразу несколько плодов. Плоды тоже довольно-таки увесистые. Точно вот не знаю сколько, но больше 100 грамм. Вчера еще один отзыв нашла об этом томате. Отзывы неплохие, что супер урожайный. Вот, наверное, в следующем году побольше посажу. Потому что что-то как на высокорослые надежды нет. Пузата хата, конечно, вот. И даже вот не могу определить по весу сколько. Вообще огромная, как будто три помидора вместе срослись. Тоже вот нижние, сколько тут кистей. Три кисти. На верхней вот одна помидорка. Тут еще одна. Вот эта средняя, непонятно будет, нет. Но она вот, смотрите, я что-то как-то упустила. Она прям
Под крышей у меня растет. Ну ничего, еще время есть, так может и вырастет что-то. Хлебосольный тоже какой-то мелковатый. Ой, тут пока огурцы собирала, я помидоры уронила. Это, наверное, не знаю даже откуда отвалилась. Вот король гигантов, тоже один плодик. 4. И тут кисточка мелкая. Атлантида. Что-то зеленая какая-то. Вот у меня сахарный бизон. Помидорки. Это розовый гигант. Хожу такая по кругу в теплице. Ничего, потихонечку все растет. Вот желтые сливка верный, почему-то как-то они долго спеют. Ну, плоды-то прям крупненькие такие довольно. Сейчас покажу. Вот, видимо, еще наливаются, поэтому приближенные к магазинным. Магазинные тоже разные привозят. Бывают очень крупные, бывают помельче. Златоярчик тоже как-то не очень торопится поспевать. Сейчас вот минусинский покажу, какой большой. Вот тоже в ладошку прям красавчик. Ну, тоже мало, вот только нижняя кисть. Там, что у меня получается, 5 плодов. И один плод не завязался. Что-то там сушенка. Есть помидорка, но она какая-то непонятная. Здесь вот 3, 4, 5, 6. Эти завязались, но пипочки, не знаю, вырастут, нет. Может и вырастут. Апельсин начал спеть. Вот я, как и говорила, на этом кусте они какие-то плоские, ребристые, помельче. А вот на этом покрупней. Может быть, все-таки это и апельсин у меня. Ой, какой апельсин? Алтайский оранжевый. По цвету-то, по крайней мере, подходит, что он оранжевый. Но форма-то не очень. Но сейчас будем ждать налива и созревания апельсина. По росту-то вообще не апельсин. Шеф мне вообще нравится тоже. Конечно, если бы же рыбы такой не было, больше бы завязала. Красавчик он какой. И на салатик пойдет. На улице тоже очень много помидор. Но там мелкие, потому что кусты вообще не формированные. И это у меня высокорослые томаты. Естественно, они очень мелкие будут, потому что вся сила ушла в побеги, в пасынки. Но помидор вообще все усыпано. Сейчас даже вот не показать, потому что такие заросли. Тут вот даже черная гроздь у меня синеть начала, хотя в темноте такое растет в гуще. Ой, не знаю, видно, нет. Вот он помидорчик. Синеет. Не стала я его в теплицу никуда сажать. А так все зелено, все растет, все цветет. Сейчас вот точно, наверное, кабачки буду собирать в тачку и до дома довозить, потому что в руках это очень долго таскать. Сейчас вот полью в теплице, 2 дня не поливали. Огурцы вообще повяли так. Огурцов сняла больше 10 литров. Но они, конечно, очень сильно переросли. Такие вот вяленькие стоят. Помидоры-то, наверное, тоже придется полить, потому что все-таки еще есть плоды, которые наливаются, которым требуется поливка. Вот этот вот, я не знаю, куст. С него, наверное, все вообще крупные сниму. Но они, в принципе, все и поспели. Сибирский скороспелый. Так что вот. Так, где у меня малиновый викант? Вот малиновый викант. Тоже попробовала помидорку дома, разрезала. Ну, помельче помидорка. Они до 250 грамм должны быть размером, весом. Но они мелкие у меня. Ну, более такие ровненькие. И скажу вам, вкусненький сорт. Такой сладковатый, слегка с кислинкой. Ну, как и все, наверное, розовые томаты. Неплохой. Тут вот у меня, которые заросли помидорные, немножко прикрывают эти помидорки от солнышка, притеняют. Сняла укрывной, который вот здесь вот делала. Тоненький такой. Ну, вот как с той стороны там на огурцах. Это я покупала в фикс-прайсе. И вы представляете, начала его снимать, он весь начал рваться вообще.
Даже прикоснуться нельзя. За одно лето все сгорело. Сейчас вот выкину. Подсолнухи валятся. Уже, наверное, зреют. Да, уже там семечки такие. Капуста, брокколи, он цветет. Хотела выдернуть ее, не стала. Думаю, ладно. Сегодня, вернее, сегодня, говорю, в этом году так много пчел. Может быть, это... Пчелки узнали, что здесь что-то садят. И начали летать. В том году меньше пчел было. Сейчас хоть все поопыляют. Ну, наверное, все. Пока-пока. Тишина, красота, хорошо. Вообще, как классно на улице. Вот смотрите, какая теща хлебосольная. Тут уже несколько плодов снимали. Прям пучками растут. Вообще красавчики. Красавчики. Тыквы пока не могу посчитать, потому что они по всему огороду расползлись. Картошка наконец-то хоть зацвела. А то та грядка уже отцветает. Это вот только-только. Ну ладно, всем пока-пока.